Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час, и это очередной обзор на неделю и на сегодняшний день. Ну, начну я с того, на экране у нас евро-доллар. Начну я с того, что на месяцах скажу, пока что, вот чтобы покрупнее видно было, пока что мы на месяцах идем вверх. Пока что идем вверх, но вот идет пересечение, так что я думаю, что, возможно, следующий месяц мы пойдем вниз. Ну, конечно, точнее я скажу уже в конце месяца или в конце этого месяца или в начале следующего месяца. А пока что тренд вверх, то есть тренд восходящий, месячный тренд. Однако такой не сильно восходящий. То есть я предполагаю, что мы можем дойти сюда вот 1.134, ну там может быть плюс-минус сколько-то пунктов. Ну а сюда можем дойти за этот месяц. Далее, на неделях у нас тренд разворачивается вверх, вот в скором времени, ну, чтобы это видно было, даже я переключу на S4, ну, пока еще есть, но на днях, видите, через, я думаю, тоже в конце недели тренд недельный развернется вверх, пока что тренд нисходящий, вот недельный тренд нисходящий, но вот, видите, идет пересечение и готовится, надо, ну, в конце недели может развернуться, и следующую неделю мы уже, возможно, пойдем вверх, то есть будет тренд восходящий, пока что тренд на неделях нисходящий. Вот, куда мы можем дойти нисходящий, вот мы можем дойти сюда, где-то до 1.10855, ну и, возможно, даже ниже, где-то вот сюда, 1.10205. Я совсем не исключаю такой возможности, что мы можем сюда прийти. Это что касается недельного тренда. Значит, на сегодня у нас тренд дневной нисходящий, хотя вы видите, мы пошли после открытия вверх и протестировали, это важный уровень сопротивление, ну, пока что, видите, вот его протестировали, это где-то уровень, какой тут у нас, что у нас тут хай было, 1.11818, вот, и здесь же находится недельная линия, и вот чуть ниже недельной линии, это линия месяца, и вот она между линиями месяца, ну, это своеобразные такие линии. Вот, мы можем сюда идти сегодня до уровня, вот, разворотная линия дня здесь, до 1.11362. Вполне допускаю, придем тестировать разворотную линию. Ну, а отсюда уже видно будет закрепиться, потому что вот линия дня тоже идет сюда вниз. Вот такие ожидания на сегодня, то есть отсюда я думаю, что можно остановиться вниз, можем прийти тестировать вот разворотную линию дня, либо по крайней мере хотя бы еще вот до линии месяца мы можем дойти с 1.11611, вот здесь отсюда, ну вот в этих диапазонах, то есть на минутках спокойно вот так вот можно переключаться и смотреть отсюда сюда, отсюда сюда, отсюда сюда и вниз, и вот так вот оно может такими волнами работать целый день. Я не ожидаю сегодня сильной такой волатильности, но посмотрим. Дальше следующая пара у нас сегодня будет австралийский доллар в паре с американским долларом. Это по просьбе слушателей, по просьбе подписчиков. Вот она на экране пара австралийский доллар в паре с американским долларом. Смотрите, на месяцах мы уже, ну, чтобы вам показать, я сразу на месяцах, месяц развернулся вниз. То есть тренд на месяцах нисходящий, чтобы увидеть... Вот линии, тренд нисходящий на месяцах, на неделях наоборот восходящий тренд, и только недавно развернулись восходящие тренды, и мы можем дойти
на неделях, я вам сейчас скажу, вот мы можем прорваться и прийти аж сюда, вот где-то 0,768-769, где-то вот так вот, вполне я допускаю, что мы можем сюда прийти. Тренд развернулся на неделях. Так, ну что касается сегодняшнего дня, то нам тренд показан, что вот мы уже произошло пересечение, что мы отсюда должны развернуться вниз, то есть тренд на днях будет нисходящий, но пока что видите после открытия, какой мы сделали такой взмах вверх, то есть мы протестировали, все зависит вот от этого уровня, здесь 0,759.31, вот, закрепимся вот сейчас, вот откатим сюда, закрепимся здесь, значит, пойдем дальше вверх какие у нас, ага, дальше вверх у нас вот куда мы можем идти, на 761.99, 762 где-то, вот цель следующая. Потому что тоже, я говорила, вот здесь уровень 759.31, вот здесь очень важный, что вот он здесь обозначен, что вот он здесь обозначен, то есть мы пробили его, и вот теперь возвращаемся, как бы откатываем к нему. Все зависит от того, если мы пробьем и вот откатим сюда, но выше не пойдем, значит, все-таки мы пойдем вниз, развернемся. Но если пока держится выше этого уровня, значит, вполне я могу ошибаться, хоть и мои линии показали, что тренд развернется вниз, он может отсюда развернуться, то есть пройти, протестировать вот этот уровень 761.99-762 и отсюда уже пойти дальше вниз. Вот такие ожидания по австралийскому доллару в паре с американским долларом. Следующая пара у нас фунт-доллар. На экране у нас фунт-доллар. Что касается месяца, пока у нас тренд восходящий на месяцах. На неделях тоже тренд восходящий. А вот на днях, на неделях мы можем... Давайте посмотрим. Ну, пока что я думаю, что мы можем откатить сюда до 1.325.68. Это линия месяца. Вот, чтобы пойти дальше вверх, можем даже сюда прийти в течение недели на 1.354.40 где-то. Вот, можем. Может быть и дальше, выше. Ну, вот пока что тренд все-таки недельный восходящий. Что касается дня, то на днях мы сегодня не показывать, что пойдем вниз. То есть, вот оно, пересечение было, и развернемся. Видите, как оно отработало? Прямо пришло вот сюда, протестировало линии дня, и мы вернулись вниз. Это линия недели. Ну, посмотрим. Протестировал линию недельную, и если вниз, то следующая цель, вот еще, ну, если говорить по таким маленьким целям, следующая цель где-то вот здесь, 1.328, вот плюс-минус там 10 пунктов, и дальше уже следующая еще ниже, 1.322.60.70, вот так. Но сейчас что происходит? Вот сейчас мы находимся здесь голубеньким, видите, разворотная линия дня. Все зависит от нее тоже. Мы закрепимся все-таки, вот протестируем, закрепимся выше. Ну, возможно, пойдет еще раз тут тестировать. Пройдем вот сюда, как я говорила, к 1.328.11.10.328 просто. Можем откатить сюда и пойти дальше вниз. То есть вот так, так. И дальше в откат до 330.31 и дальше вниз. Потому что на днях мне показывает, что мы сегодня, вот, может, возможно, во второй половине дня пойдем вниз, либо прямо вот отсюда. Так и будет продолжать движение вниз. Это относительно фунта доллара. И следующая пара у нас доллар-иена. На экране у нас доллар-иена. Что я могу сказать? Пока что на месяцах у нас тренд разворачивается вверх. Вот. И возможно мы... Цель на месяцах, вот она. Это где-то 105-122.
пока что. Это такой достаточно сильный такой уровень сопротивления. И вот мы сюда идем. Все зависит от него. Закрепимся мы выше, значит, пойдем дальше выше. Я предполагаю, что мы уже тренд на месяцах развернулся, и мы, возможно, ну, потихоньку, где-то вот так вот на уровне 113-500, а может быть и дальше пойдем, то есть будем откатывать. Ну, по моему предположению, если взять годовой тренд, откатим сюда и пойдем дальше вниз. Но это мои всего лишь предположения. На неделях тренд разворачивается вниз, то есть мы, возможно, вот дойдем сюда и развернемся вниз, отсюда вот мы можем, потому что пока еще тренд восходящий, вот если посмотреть, то пока еще тренд восходящий, это тоже где-то в конце недели я ожидаю разворот, потому что сегодня, если взять на днях, тоже показывает, что тренд восходящий, но пока что видите, как мы пошли вниз после открытия, вон насколько мы сходили, как говорится, вниз после открытия. Но все показывают, что разворот на неделях все-таки, я думаю, что мы придем сначала вот сюда, к этой линии, то есть к этому уровню, это где-то 105 197 200, вот так вот, 105 200, где-то вот сюда вот, потому что сюда здесь цель. Вот отсюда, значит, мы можем развернуться вниз. Так и показывает недельный тренд, развернется. Ну, посмотрим. На днях, пока я вам говорю, что мне показывает, идет восходящий тренд, но слегка, он такой слегка восходящий. Но вы видите, показывает не одно, а после открытия, видите, мы пошли вниз. И мы, я так думаю, что вот разворотная линия дня, это 103 553. Вот отсюда, вы видите, мы ее пробили, откатили к ней и не закрепились выше, то есть мы пошли дальше вниз. Вполне вероятно, что цель 102 950, вот, и либо здесь же находится месячная цель 102 880. Вот мы сюда можем прийти сегодня, раз у нас вот такие изменения. Ну что ж, вероятно, просто может быть волатильность высокая, поэтому я не исключаю возможность, что мы придем сюда, потом отсюда опять дальше вверх, вот так. Вот такие мои, такое мое видение по основным валютным парам на сегодня, на предстоящую неделю. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Я рада вам всегда ответить, я рада делиться с вами. Всего вам самого хорошего, большого профита, такого большого куша вам сорвать. Вот. Я благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. И пока-пока, до следующего обзора.